Более 100 студентов международного факультета ИРНИТУ в минувшие выходные прошли процедуру посвящения в студенты. Спортивно-развлекательный праздник, который проводится ежегодно, помогает студентам-иностранцам познакомиться с университетом, попрактиковать русский язык и адаптироваться к российской действительности. К нам приезжают студенты из разных стран. В этом году у нас Монголия, Китай, Конго, Вьетнам, Таджикистан, Узбекистан. Ребята приезжают первый раз в Иркутск. Они первый раз видят Иркутск, первый раз видят университет. И, конечно, такое мероприятие очень для них значимо, потому что мы надеемся, что после окончания подготовительного факультета они придут учиться к нам в университет. Разделившись на команды, они прошли 6 этапов. Играли, общались с теми, с кем до конца учебного года будут учить русский язык в ИРНИТУ. Потом они смогут поступить на любую специальность, в любой российский вуз. Кто-то для себя уже решил, что продолжит обучение в политехе. Я хочу быть инженером. Это важная и интересная профессия. Я потом учиться здесь. Сегодня на международном факультете Иркутского технического обучается более 240 студентов-иностранцев. А всего за свою 40-летнюю историю он подготовил около 10 тысяч человек из 25 стран мира. Обучение русскому языку идет по трем направлениям – медицинское, гуманитарное и техническое. И очень ценится среди иностранцев. Мой папа говорит, Иркутский национальный государственный университет очень хорошо. Брат, это университет. Мероприятие, сплотившее студентов-иностранцев, было полезным не только для них. Для студентов-инструкторов это тоже своего рода школа, где нужно объединить людей, говорящих на разных языках, в команду и объяснить задачу на каждом этапе. Уже через несколько месяцев почти все подопечные станут говорить по-русски увереннее, а кто-то станет частью большой политеховской семьи.